После многочисленных анонсов Горьковский автозавод наконец запустил серийное производство «Газели НН». Сама компания предпочитает называть машину представителем нового поколения, хотя по факту перед нами глубокая модернизация «Некста». И вот почему. К «Некстовскому» габинному модулю газовцы приладили свежее оперение, включая модную светодиодную оптику. Новый бампер состоит из трех частей, и в случае легкого столкновения нижнюю губу можно заменить отдельно от основной секции. В кабине изменилось абсолютно все, от пола до потолка. Водительское кресло удивляет 11 регулировками и механизмом подрессоривания. У двухместного пассажирского дивана средняя секция теперь откидывается, чтобы организовать столик для работы или перекуса. А еще «Газель» обзавелась помощниками водителю. Для этого инженерам пришлось внедрить принципиально иную электронную архитектуру. Поэтому со следующего года НН сможет предложить систему кругового обзора, контроль слепых зон и многое другое. В серию первым пошел единственный вариант со 150-сильным турбодизелем Cummins и шестиступенчатой механической коробкой. Эта шестиступка, а также новый задний мост типа Spicer, разработаны и выпускаются силами самой группы ГАЗ. Позже гамму версий дополнит еще один дизельный вариант с 2-литровым мотором Volkswagen. Хотя главным хитом обязаны стать 3-литровые машины. У них под капотом будет бензиновый ульяновский атмосферник серии EvoTech. Это новый чугунный агрегат. До этого моторы из города Ильича имели алюминиевый блок цилиндров. На бензине двигатель выдает 122 силы, однако ульяновский моторный завод сразу же подготовил газовые версии – пропановую и метановую. Опять же, поначалу линейка НН будет состоять из бортовых грузовиков и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Но позднее состоится расширение гаммы вверх и вниз. В семейство войдут грузовики от 2,5 до 4,5 тонн. О ценах пока молчок, но логично предположить, что новинка, у которой есть система стабилизации, подушка безопасности и дисковые тормоза, скорее всего, будет стоить по 2 миллиона рублей. А для экономов останутся прежние «Газели» — «Next» и «Business». А напоследок расскажем, почему модель назвали «НН». Считается, что это подарок Нижнему Новгороду, который празднует 800-летие. Впрочем, прочтения «New Next» и «New Now», то есть «Новый Next» или «Новый Сейчас», тоже допускаются.